раньше у нас интерфейс был стартовый, этой странички не было. Теперь пациенты поликлиники точно не перепутают терминал для перевода средств с терминалом для записи к врачу. То есть сейчас человек приходит, и он интуитивно понимает, что ему нужно сделать. Мы укрепили функционал, укрепили кнопки, если у кого-то плохое зрение, чтобы людям не приходилось искать. Еще одно введение – сокращение кликов для записи на прием после ввода номера полиса медицинского страхования. Теперь в общем списке участковых врачей не нужно искать своего. Система определяет его автоматически. Пациенту остается лишь выбрать время посещения поликлиники. Подтверждающая информация. Нажимаем «Продолжить». Если что-то не так, можно вернуться, отредактировать, либо отказаться от записи, нажав на главное. Обыкновенно прихожу, говорю, беру талончик, иду к врачу. Может, в этот день, можно на следующий день. Так что теперь освоить терминал смогут с легкостью и пожилые пациенты. Впрочем, на помощь им всегда готовы прийти сотрудники поликлиники. Электронная запись к врачу – это часть пилотного проекта «Дружелюбная поликлиника». 18-я поликлиника обслуживает 70 тысяч казанцев. Электронная запись к врачу позволила ликвидировать очереди в регистратуру. Впрочем, даже в интернете пока не удается избавиться от очереди к узким специалистам. В рамках татарстанского стандарта «Дружелюбная поликлиника» предусматривается, что пациенты предварительно записываются к своему личному врачу, участковому врачу. Терапевт, педиатр, да? Соответственно, далее запись к участковому, запись к узким специалистам ведется именно вашим участковым врачом. Соответственно, запись к кардиологу должен осуществлять ваш терапевт, ваш лечащий врач. Потому что это узкие специалисты, да, и для того, чтобы записаться к ним, необходимо предварительно поставить, ну, скажем так, предварительный диагноз. Из всех электронных госуслуг запись к врачу самая востребованная в этом году. Татарстанцы записывались на прием в медучреждении почти 7 миллионов раз. И каждая седьмая запись была сделана через терминал поликлиники. Набирает популярность и мобильная версия приложения, через которую записались пользователи 500 тысяч раз. Елена Горбунчик, Айрат Мухамедьянов, телеканал «Эфир».